Просто берем, представляем соседа, сидящего по правую руку, называем и животное, с которым этот сосед у вас ассоциируется. Начинаем с Леонида Викторовича, он очень сильно торопится. У меня Бурдашев справа. Сидел дзюба, мне легче животное было представить. Котят я легко себе представляю. Давай, я представил. Я защипался. Викторович, можешь закрыть рот, пожалуйста? Я его так понимаю, он же часто снимает. Я уже и сюда. Давайте посмотрим повтор. Подожди, он может рыгнул. Да, я ел. Кто рыгает внутрь? Да, внутрь отрыжка. Отрыжка-то, это я ему сказал, это отрыжка, он за нее зацепился, еще кричал, маразматик, визжал, там, делал у него там слюни, орет негативный. Токсик, токсичный, конечно, Викторович.